Результаты года. На пленарном заседании Общественная палата Ивановской области подвела итоги своей работы в 2017-м. Наряду с текущей деятельностью комиссии удалось запустить несколько новых проектов. Например, «Дом со звездой». Это попытка возродить в регионе забытую традицию выделять жилища, хозяева которых ушли на фронт, красными звездами. Работа с обращениями граждан у Общественной палаты не основная, но от нее никуда не деться. Тарифы на услуги, проблемы в сфере ЖКХ, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Вот топ тем, с которыми население идет к общественникам. Нужно понимать, что в Общественную палату люди обращаются тогда, когда уже проходили по разным кабинетам и когда не смогли найти поддержки в каких-то властных структурах. И у нас обращений возросло на 30% по сравнению с прошлым годом.